Смотрите, для того, чтобы войти в YouTube на мобильном, у которого установлен Android, есть такой специальный значочек. Вот я его постараюсь сейчас. Вот он, YouTube. Нажимаем его. Вот, телефон должен быть подключен к интернету. Вот сразу она заработала, включилась. Вот крутится значок, идет подключение. Собственно говоря, если у вас есть свой аккаунт, вы просто сейчас войдете в свой аккаунт. Вот здесь написано, что это аккаунт. Вот. Ну, смотрим, подождем сейчас. Ну, вот мы и вошли. Вот аккаунт, вот видео. Вот. Собственно говоря, очень удобно. Обзор. То, что есть. Видео выбираем. Включаем. Все работает. Даже при этом GPRS или Edge, я не знаю, что сейчас. Отлично видео воспроизводится. Ну, немножко тормозит, конечно. Сейчас попробуем самую малость запустить. Ну, вот приходится ждать, конечно. Сейчас подождем, это нагрузится. В принципе, для того, чтобы смотреть видео, достаточно просто нажать на это видео, подождать немножко. Произойдет загрузка. Ну, все, снять с паузы. Привет, я Стас Давыдов. Вот смотрите. Короче так, 16 по 22 вот сентября уже проходит работает. Российский Comedy Week на YouTube. В принципе, в связи нормально. С этим мы объявляем конкурс. Подробности вот, разворачиваем. Смотрим на экран. В описании и в конце вот, видите, этого немножко выпуска. Подтормаживает. По видео, которое прислал Ядик, будет... Ну так, на паузу ставим. И все. А потом оно грузится вот здесь. И можно будет смотреть все без проблем.